Управление Роспотребнадзора Тувы выступило в поддержку регионального межведомственного проекта «Пути к долголетию» и дало рекомендации всем детским дошкольным учреждениям и школам ввести в рацион питания воспитанников рыбные дни. Обязательным теперь станет также включение в меню летних лагерей отдыха рыбных четвергов по опыту советской эпохи. С предстоящего летнего оздоровительного сезона при утверждении меню в дневных и стационарных оздоровительных лагерях на 14 дней в Управление Роспотребнадзора без включения рыбы и других морепродуктов станет невозможно. Рекомендация о расширении перечня блюд из морепродуктов даны также для всех пунктов общественного питания на территории республики. Рыбные дни уже успешно внедрены в стационарных отделениях медицинских организаций.